Особый противопожарный режим начнет действовать в еврейской автономии с 15 октября. Все силы и средства подразделений регионального МЧС приведены в боевую готовность. Обстановка в лесах области спокойная, вместе с тем зафиксировано 6 очагов возгораний, два из которых находятся в 5 километрах от населенных пунктов. Однако опасности они не представляют. В регионе вводится запрет на разжигание костров и палы в лесах и на полях. За подобные нарушения гражданам грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей. Руководителям организации от 15 до 30, юридическим лицам от 400 до 500 тысяч. Если в результате пожара нанесен ущерб имуществу, нарушителя привлекут к уголовной ответственности.